Лодки от причала рабочие убирают одну за другой. Незаконная станция рядом с пляжем на Барбошиной поляне появилась в начале лета. Здесь паркуются два десятка катеров. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, глава города Елена Лапушкина поставила задачу убрать незаконную постройку на берегу. Требования запрещают расположение каких-либо понтонов и лодочных станций ближе километра сверху от расположения пляжа и ближе 250 метров ниже по течению от размещения пляжа. То есть в данной зоне не должно находиться никаких объектов, которые угрожают деятельности пляжа. Поэтому пляж останется в своих границах. Единственное, пользование людям будет безопасно. Аренда места обходилась каждому владельцу лодки в 50 тысяч рублей. Теперь транспорт отправится на спецстоянку в Новокуйбышевске, откуда владельцы смогут забрать свои катера. Посетители пляжа таким переменам рады. Леонид Царенко приходит сюда практически каждый день и уверен, соседство с лодками может быть опасно. Я считаю, то, что экологически это будет разумно, если убрать. Дальше, красота, которая на Волге, ее надо сохранять. Демонтаж незаконной станции займет несколько дней. За исполнением следит транспортная полиция и городской профильный департамент. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, события.